Итак, подружки, сегодня мы поговорим о игре для настоящих волосатых и вонючих мужчин. Короче, для таких, как я, только я не волосат. Итак, перво-наперво вы зададите мне вопрос, а чем, уважаемые, мне интереснее всего заниматься? Я отвечу беспределом. Выходите на улицу, подходите к тому, кто вам не нравится, и из ружья по башке. Мне достался продавец сосисок. Пусть теперь жарит их на костре в аду. Теперь пункт 2. Надо раздобыть машину. Как известно, баба за рулем, что обезьяна с гранатой, так что надо отобрать у нее гранату. Черт, хотел убить ее через стекло, она даже после смерти стала за рулем чудить. Но ничего страшного, машина остановилась и сейчас перейдет в наше владение. Ну а пока, чтобы привлечь внимание копов, можно пострелять по толпе. Подошли к машине. Ну что, сестрюнь, давай, освобождай место водителя. Дай погонять, так сказать. Ну все, уже привлекли несколько копов, и можно газовать. А тут же достаем УЗИ и сразу начинаем их клашматить. Отлично, хороший задел на прикольную погоню. Уже есть, 3 звезды сразу. К сожалению, я этот город практически не знаю, права за бабки купил, поэтому если будут убить, извиняйте. Но, к счастью, тут можно стрелять прямо из машины в любом направлении, поэтому я убил водилу левой, и она классно подрезала в стену вторую тачку. Просто супер пока все. Вон вдали виднеется еще один коп, он хочет на таран пойти. Один пролетел мимо меня, но мы в последний момент оба зассали, решили повернуть, чтобы лоб-лоб не столкнуться. Но, тем не менее, это его не спасет, потому что, как я уже сказал, патронов для пистолета Глок тут хоть жопой поедай, можно стрелять, пока не закончится. Отлично, они, кстати, действуют так слаженно, один другого толстого задавил. Этот меня перевернул. Главное, чтобы не заблочили сейчас, тогда я в полной заднице окажусь. И погоня продлится ровно 30 секунд. Но нет, я выбрался. Ну, они просто, по-моему, решили друг друга таранить, а не меня. Красавцы просто. Действуют слаженно, как трубач с Моисеем, когда голубую луну пели. Ну что ж, газуем. Кстати, и в обычных жителей можно пострелять безнаказанно. Тем более, сами копы их давили. Очень весело. Вот единственная проблема, на самом деле, что в GTA 4 я практически не играл, поэтому города не знаю. А то бы еще какой-нибудь трамплинчик нашел зачетный или статую, в которую врезаться можно красиво на всех парах. Ну что-то как-то копы куда-то пропали. Может, я какой-то удачный маршрут выбрал, где можно за них сошкериться. Но вообще-то хотелось бы, чтобы они меня как-то более отважно прессовали. Все-таки 3 звезды, это как бы не шуточки. Чем отличается погоня в GTA 4 от погони в предыдущих частях? Ну, во-первых, людей сложнее сбить, они отпрыгивают от машины. И, во-вторых, даже если вы их повозите на капоте, не факт, что они умрут. Кроме того, вся фишка в том, что стрелять, как я уже говорил, можно в любых направлениях. И поэтому геймплей полностью изменился. Самый кайф — это засадить в лобовуху коповоза, чтобы убить водилу, как я сейчас сделал. И я смог их машиной завладеть, ну просто супер. Теперь можно потерроризировать граждан прямо в коповозе, так сказать. Давайте этим и займемся. Ну что, ребята, служите защищать? О, щит кричит. Ничего страшного. Сейчас тебя защитят. Уже джипы пошли против меня. Скоро, наверное, и танки приедут. Какой-то черный грузовик. Но меня сейчас даже фильмами Адама Сэндлера напугать сложно, потому что я себя почувствовал таким жидким терминатором по из второй части. Помните, как он офигенно ездил на машине копской? К сожалению, я не бессмертен в этой игре, но без щитов, естественно. И рано или поздно меня все-таки зажмут. Вот сейчас они были близки все-таки вдвоем. Но в итоге все равно еще одну невинную жертву просто раздавили. И все. Кстати, вот вы можете простреливать теперь машину копов, но и вашу машину. Ух, нифига себе, меня перевернуло. Охренеть просто. Интересно, с таким прыжком можно получить золотую медаль на Олимпиаде по фигурному катанию каком-нибудь? Я думаю, что можно. Ну так вот, а теперь и ваша машина тоже простреливается насквозь. Поэтому если вас зажмут и начнут палить вашу тачку, то рано или поздно в ней останется только холодный труп. Но пусть эти тупые бараны сначала меня попробуют достать, они же просто ни на что не способны. Кстати, самое прикольное, что можно даже не глядя вот так вот высунуться и лупить назад. Но мне-то это не помешало нормально ехать, а вот братюни, который за мной гнался, очень даже помешало. А второй настолько одурел, что прям в мост врезался. Да, конечно, игра эта полна веселья настолько, что хватит запасом на вас и всю вашу семью. Хотя нет, наверное, если показать эту игру бабке или деду какому-нибудь, то они запретят вам вообще за компьютер садиться. Что-то я сильно разогнался и уже не успеваю тормозиться. Черт, нифига себе, я через лобовуху вылетел. Я даже и не знал, что тут так можно. Ну что ж, теперь у меня действительно реальные проблемы. Я в крупном дерьме, надо куда-то лупить отсюда, тачку найти или типа того. Слышу звук вертолета, но почему-то меня не пытаются пробить с него. В предыдущих частях всегда за счет этого нагибали быстро. Ну что, подтягивайся давай. Че ты завис-то?
О, молодец, так бы и сразу. Физкульт, привет, я вижу, там стояночка. Можно завладеть еще одной машиной. Правда, машина тут полное говно, какие-то сутенерские. Ну ладно, подойдет. Да, так вот, что касается насилия в этой игре. Как я сказал, бабка и дед будут против, потому что испугаются, что вы выйдете на улицу и тут же начнете угонять машины и стрелять по людям безнаказанно. Но на самом деле эта игра наоборот учит, что так лучше не делать, потому что рано или поздно вас прижмут и нагнут. И мне кажется, сейчас это уже произойдет. Блин, я думал, что стекло в таком джипе непробиваемое, но, по-моему, я и там уже убил водилу с чуваком-напарником. К сожалению, времени, чтобы перескочить ту тачку, у меня практически нет. Тем более, приехал этот суперфургон, и я завяз в песке, все. Вот теперь я точно в заднице. Целый фургон спецназа. У меня явно никаких шансов, и с пистолетиком, другого оружия у меня нет. Ну ладно, я попробую перехитрить их и все-таки сесть в этот джип. Успею? Садись быстрее, успел, слава богу. Ну давай теперь и по спецназу проедемся. Вот это я понимаю, машина, не то что наш Запорожец. Все, давай, гони. Отлично, но теперь меня, наверное, вообще никогда никто не поймает. Так что же, получается, я соврал, когда сказал, что эта игра учит тому, что рано или поздно вас нагнут. Трудно сказать, я думаю, что все-таки предел еще где-то 2 минуты, все-таки гоняется за мной уже полгорода. Но, честно говоря, как-то пустынно все равно. Вот знаете, в прошлых частях, как несколько раз я уже давал к ним отсылку, в прошлых частях все-таки так долго продержаться практически было невозможно. Когда погоня была, то нагибали так, что мало не покажется. А тут я могу спокойно разъезжать, отобрал у каких-то крутых челов суперджип. В общем, о, смотрите, фонтан. Ну что, давайте устроим свой маленький день ВДВ. Отлично. Но зато смерть в фонтане будет красивее, чем смерть просто где-нибудь на помойке или в той... Нифига себе, он дерзко прилетел. Но ничего страшного. Красиво, не правда ли? Они выскакивают, жирный какой-то вылез, а один уже мертвый был. Отлично просто. На самом деле красотища. Не знаю, сколько я тут продержусь. Нифига себе, трогает гениталии свои. Это некрасиво, меня мама учила. Поэтому я его подстрелил еще раз, на всякий случай, чтобы он руку убрал. Памятник чуваку со сперматозоидом меня тоже бесит, и он получил свое. Вот еще чуваки подъехали. Ну что ж, видимо, это...